Ща ему накидаю уже. Вот и... И... Фу. Так, лекарства с набором не те. Эффект лечения клиники нам сдержать за одиночку и с помощью товарища. Поэтому нас... Это не важно. Так. Фу. 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 Наконец-то получил технику. Так, есть что-то лежало, я уже не помню, что там взял. Очень не тихо. Мразота, столько раз мне настроение портил. Та же козлина. Так, ну в принципе из всех знак, из всех противников, которые я видел, кроме вот этих всяких безголовых и трех душар, с ними я пока связываться не буду. Потому что пока что они мне очень даже неплохо так могут и накидать. Так, изучение навыков. Смотрим, что мне тут. Осталось тут. Да-да, атака тени. Ладно, будем копить на атаку тени. Ну, в принципе, и тут вот уже этот готов. Так мне вот эти вот бонусы, они в любом стиле у меня работают или только когда я пользуюсь типа определенным? Это очень интересно. Может, все-таки вот этот удар купить?
Ладно, давай возьму. Суки! Че за нахер, чувак? Так. Так, как же туда пройти? Thank you.
Так. Что у нас там? Страх, да, нам понять. Так, мне главное эту хуйню сейчас убить. И они такие... Не понимаете, да, что вообще произошло? Кто это сделал? На кто там, что никто. Конфетчи. Я слышу, что кто-то дышит. Снайпера. С этими трубочками, как пидики, блин.
одной чешуи. И еще одна. Три чешуи. Еще одна. Вода дворца. Червь, заполненный божественной водой, напиток популярный у дворцовых вельмож. Когда во дворец первая свечка вырывает свадебная процессия, ее участникам подносит этот напиток. Нектар, который пьют при дворе. Угощайтесь, пейте сколько душа будет. Где он находится? Он в обычных вещах? Нет. Нет, значит, он такой предмет. Его убивать. Да, музыка это, конечно, заёбывает. Сверху, да, там копейщики, хуейщики, нахуй. Чё это дерьмо вот это? Божественная трава. Mm-hmm.
запрыгивает он. Не знаю. Ёбаный ты в рот. Что вот он там? Тебе тоже кончено. Очень здесь еще целая вода. Так, отдыхать не будем, просто откроем. Вчера там швальнул.
Так, а вот и это дворняга, да? Что-то мне надо как-то оглушать. Так, все-таки здесь надо это, да, использовать конфетю. Блять.
пассивно повышает максимальную запасы эмблем духа. Неплохо, неплохо. Только чем он там насколько повысил, хер его знает. Вообще ни о чем. Да? Сколько мне? 18 на одну штучку. Так. Теперь я могу сохраниться. Водяшка, чё за хуйня? Хм, интересно. Тварь. Ух ты, блядь! Ёбаный огромный карп. До усрачки меня что-то напугал. Что-то мне кажется, стоит не выйти сейчас туда, и там этот уёбок снайпер. Блять, большая очень сильно локация. Вот нет, нет уж. Так, здесь какой-то снайпер там элитный.
Я до него сейчас так не доберусь. Ладно, будем изучать верха. Говорите, с кокосом мне кидать? Блять, вы ебанутые. Да блять. Да вы ж охуевшие мрази ебаные. Я охуею, не так и не сяк вообще, куда мне идти. Да блядь, заебали эти сообщения нахуй. Ага, и тот сразу шмаляет. Ну ты гондон, ёбаный. Охуеть! Летит!
Да вот как? Чё делал? Так, я добрался здесь до вершины, но... Блин, сколько здесь ещё предметов? Капец. Чё, блядь, локация меня уже до усрачки пугает. Да, дохни. Идите нахуй! Oh!
Так. Так, я собираюсь до идола добежать. Это мне нужна будет типа броня. Какая драконья сущность? О, круто и много всего. Так, сейчас самое главное. Не надо торгашам. Ну-ка, что там за хрен? Да с виду какой-то обычный чувак. Так, мне кажется, он вообще ни хера необычный.